Всем привет, мы продолжаем играть в игру Persona Architect. И вот у нас новая тюрьма, которую я построил. Вот, просто та у нас там кое-что заглючило, я там очень много вот этих вот наставил, и они стали работать, короче. Так. Тут вообще какая-то странная хрень творится у меня, видите? Так. То, что нам сейчас надо, это... Вот этих вот нам нужно много поставить. Полицию вот так вот поставить нам надо сюда, чтобы очень хорошо можно было, ну понятно чего, очень хорошо. Чё, блин, я думал вырвало. Это мужик? Да, это мужик. Я думал, девка. Тут еще девки, это всякое. Можно поставить. Так. В принципе, но это еще не все, кстати, потому что смотрите, нам надо сейчас что можно поставить? Ну вот душ можно поставить. Так вот. Там придется очень много этих ставить нам. Чтобы было закончено. Так вот делаем. Вот я придурок, можно было Undo нажать вот на эту хуйню, чтобы отменить постройку. А там видите теперь, что вот это вот. Ладно. Пофиг. Сейчас еще сделаем. Так, вот.
Так вот. Так делаем, потому что... Так вот. Чё они вот это не стали строить? А то сразу начали. Что-то я вообще не понял. Чё, охренели, что ли? Так. Они достроили, да? И это достроили. Теперь проводим это к вот этой вот. Точнее, вот так вот, чтобы вы поняли, чего что. Чтобы работала вот эта вот система, а то она не будет работать и все. Так. Стоп. Стоп. Вот. Вот так вот. Так вот. Тут нету этой. То, что нужно, нету. Не, вообще другое. Я чтоб разговаривать. А быстрее нельзя работать.
Медленно работайте. С ума сошли. Так. Вот делаем. Блин, это очень долго все. Это просто возиться надо. Как первоначальный этой. Ну что, придется еще одну ставить. Просто бесит уже. На самом деле. Так вот на этом будем тут. Вот на этой штуке, наверное, ставить. Чё-то я вообще... Это я вообще странно. Что это такое вообще?
Че, это все? Теперь понятно, как можно узнать, что тут происходит. Так вот. Так вот. Ладно, это странно. Вот. Так делаем. Так вот, давайте сейчас вот это достраивается, там вот это да улучшается все. И на этом, наверное, будем заканчивать, потому что как бы уже снимаю. Так вот. А, ну вот все, они теперь стали. Во. Так вот делаем и
так надо сделать здесь, чтоб заработало. Я вообще не понял. Блять, электричество пропало. Сейчас я так сделаю. Вот. А вода пропала, я так понял, только из-за того, то что у нас так. Вот. Все заработало, да, все заработало. Ну тут вот. Ну сейчас вот это дождемся и все. На этом будем заканчивать.
Эй, чё никто ничего не привозит? Вообще охренели. А это что, блин? Опять это сборище собирается. Так вот. Так ладно, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Удачи, всем пока.